Сегодня трибуны на Саянах пусты. Главный хоккейный стадион Хакасии отдыхает. Команды взяли суточный перерыв в финальной серии игр высшей лиги по хоккею с мячом. Болельщики замерли в ожидании. Все ждут хоккейных баталий. За три дня финала «Саяны» Хакасия выиграла 3 матча и лидирует с 9 очками. В спину нашим хоккеистам дышит оренбургский «Локомотив». У гостей на 2 очка меньше, они сыграли в ничью со «Строителем» из Сыктывкара. Кстати, тренер «Строителя» после поражения от «Саян» отметил низкое качество льда в Хакасии. Новую машину для заливки льда на стадион «Саяны» мэрия Абакана обещала доставить еще осенью. Мне тоже не обещали. Она в Москве. Да, раз не поздно. Сегодня лед главного стадиона Хакасии шлифует старенький водовоз. На результатах «Саян» Хакасии это пока не сказывается, но игрокам качественное покрытие пришлось бы как нельзя кстати в случае выхода наших в Суперлигу. Впрочем, об этом говорить пока не будем. Примета плохая. Кстати, болельщики народ суеверны и к новым играм в финальной серии достают талисманы. Считается, что с их помощью победить будет легче. У каждого суеверного болельщика свой талисман. На этой клюшке собраны автографы всей команды, еще тех «Саян», которые когда-то, несколько лет назад, играли в Суперлиге. Сейчас у наших ребят есть шанс снова попасть в элиту российского хоккея с мячом. Все решится в ближайшие пару дней. В общем, все идем на хоккей и болеем за наших. Александр Тимофеев, Дмитрий Судариков, новости, 7-й телеканал.